Все, разворачивайся. Нету дороги, дерево лежит. А, дерево лежит. И куда ехать? Вон туда. А тут не будет ямки какой-нибудь? Нет. Поехали, давай. Ямки тут не видно. Не видно, ага. Потихоньку едь. В ямку. Не надо в ямку. Все. Дорогу перегородила, блин, туда не проедешь. Ну, блин, ну тогда поехали обратно с этой горки. Обратно поехали. Кошмар. Ну, как я кручусь по лесу, а? Кручусь по лесу. Что это за такие за дела? Все. Никто туда не ездил. Пешком далеко идти за теми вешенками. Там их, может, и нету. Они есть там. Они замерзшие на деревьях. Есть вешенки, точно. Люд, там когда-то были. Мы же ходили, потом не было. Нам не обязательно что-нибудь там есть. Я знаю, где есть. Сейчас надо до конца леса мне доехать, да? Вон там. И направо, помнишь, пень? А если туда мы не проедем, то значит мы пройдем. Я пройду пешком, а ты в машинке посидишь. Что-нибудь. Так, я вот тут боюсь ехать. Почему? Нет, потому что мне кажется спокойно. Скользко. Спокойно, ты главное едь. Ты руль держи. Я руль-то хорошо, крепко, руль. Вот и все. Я его крепко держу. Так, машину ну, давай. Может занести. Давай, давай, давай. Подожди, пень. Надо раньше было. Ага, пень между колесами, ага, и сяду. Вот здесь вот можно. Ты видел, какой пень в снегу? Я вижу вон там, я поворачиваюсь. Пень вон там, на углу был. Да на углу-то я вижу, я тебе говорю, я раньше поворачиваю, до пня еще. А уже. Я и так не хочу, ты что? А, ну не хочешь, как хочешь. Я всунусь в этот пень, уже было дело однажды. Потому что здесь сложнее машину развернуть уже. Я тогда не видела в траве пень, он тогда хорошо прокатился. Ну, зимой мне нравится ездить по лесу. Мне хорошо зимой. Приятная, красивая погода. Ну, народу в лесу сегодня ветер, много. Сколько градусов? Ровненько. Ну-ка, 16 градусов. Ровненько. Минус 16. Старайся. Это не холодно, Саш. Так, оглядывай. Ой, кто там? Кто это? А, я думала, одинокий кот сидит. А это людей-то я не видела, мне не видно было. А это собака сидит на дороге, да? А я испугалась, что кота придется ловить и брать с собой его в цивилизацию. Если кот сюда забрел, значит, они его снимают, значит, он с деревни. С деревни. Конечно. Голодный, в такой мороз. Если он сюда пришел, значит, он пришел с деревни. Кот отмерзнет. Ничего не отмерзнет. Саш, туда я дальше, там дорога страшная. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, потому что я даже побаиваюсь там ехать. Почему? Потому что там, она сейчас замерзшая, но там колдобины такие, я не знаю даже. По прямой если. Ну, поедем, да и все. Не рычи, не рычи, много оборотов даешь. Угу. Газу много даешь. Надо я же тебе говорю, ровненько едь и все. На а ты все стараешься на газ давить. Надо не на газ давить, а слушай двигатель. Видишь, он начинает? У меня стрелка вверх, значит, надо пониже. Да, наоборот, надо. Ау, стрелка пропала. Ладно. Потому что ты совсем... Надо тихо ехать. Потому что тут, так, может, здесь... яма большая. А там. Здесь мы не проедем, здесь же перегорожено. А нам не сюда, нам надо прямо. Ты забыл, куда я сказала за вешенки? Я не знаю, куда ты сказала, потому что здесь проезжаемость туда направо. Вон там деревьями перегорожено, я знаю. Нам надо прямо ехать. Только вот здесь где? Левее. Где свет? Левее, да, по левой дороге, да? Конечно. А вот здесь, да, хорошо. Здесь сейчас можно проехать. Можно, вон тоже ездили, видишь. И слева, и справа, да? Нам там тяжело между. Слушай, вешенки знаешь где? С той стороны к ним не подобраться, а вот здесь вот, но тут не проедем, наверное, да? Куда мы проедем? Вот здесь направо где-то дорога, но там, по ней никто, если там не лезет. Может... Саш, какая яма? Подожди, мне надо левее. Тут, может быть, вот так же дерево лежит, блин, подожди, там. Подожди, всё. А мы не пойдем. Вот, смотри. Вот поворот, где-то вот здесь. Ну и что? Пешком, там, пешком. Там может вот, быть. Вот дорога. Перегорожено все. Вот дорога хорошая, Саш. Отвезешь меня потом туда, если я тут не найду. Я боюсь, там может быть перегорожено. Ну, я...